Губернатор Белгородской области совершил рабочую поездку в Старый Оскол. Евгений Савченко побывал в 36-й школе и ЦРБ. Глава региона высоко оценил качество капитального ремонта объектов. 36-ю школу – памятник советской эпохи, сегодня не узнать. Здание с вековой историей полностью преобразилось. Изначально школа состояла из трех корпусов, построенных в 1938, 61 и 87 годах. Самый старый признали аварийным и снесли. Два других капитально отремонтировали. Заменили проводку, канализацию, окна, двери и лестничные проемы. Вместо деревянных полов – керамическая плитка. Полностью обновили мебель и техническое оснащение. Школа получила второе рождение. Образовалось это учреждение в 1904 году, как начальная школа для мальчиков. Потом меняла часто название свое. Была 15-я, 53-я, была 3-я железнодорожной, южной дороги, потом юго-восточной железной дороги. Потом в 90-е годы развивалась как лицей номер 40. Здесь, в этой школе, впервые в городе были открытые классы с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь, в этой школе, впервые были заключены договоры с крупными вузами Воронежа и Харькова. Вот. А потом как-то здание школы немножечко стало не привлекать родителей, стали уходить в другие школы. Реконструкция обошлась областному и местному бюджетам 87 миллионов рублей. Проектная мощность школы – 500 человек. На сегодняшний день в списках 314 учеников. После ремонта ожидают, что количество школьников значительно увеличится. Если вот сейчас мы пройдем, лабораторные все исследования сделают, если все будет нормально, то 10 января мы приступим к занятиям. Сейчас дети у нас обучаются с 1 сентября, вот они у нас обучаются в 17-й школе. Нам там выделены кабинеты, организован подвоз. Губернатор области Евгений Савченко прошелся по всем кабинетам, заглянул в каждый уголок и остался доволен качеством ремонта. Следующий объект – бывшая ЦРБ, теперь поликлиника номер 3 Староскольской окружной больницы. После капитального ремонта под одной крышей разместились клинико-диагностический центр, женская консультация, центр семейной медицины и детская поликлиника. Объект сдали раньше срока. 15 октября был заключен контракт, 24 декабря заканчивается исполнение контракта на следующей неделе. Раньше срока строители завершили. Вместо регистратуры с глухими стенами и маленьким окошком – безбарьерные справочные. Светлые коридоры, просторные кабинеты, оборудованные по последнему слову техники. А для маленьких пациентов – игровые уголки с мультфильмами. Удобной мебелью, игрушками, раскрасками, альбомами и карандашами. Учитывая то, что с 1 января 2019 года все медицинские организации Старого Оскола объединяются и образуется Староскольская окружная больница, то данная поликлиника становится поликлиникой номер 3 Староскольской окружной больницы. И сегодня мы с вами наблюдали то, как строители доложили о своей готовности. Частично в этом корпусе сейчас находится полученное новое медицинское оборудование. Нам осталось в течение, допустим, следующей недели забрать всех сотрудников, забрать старое имеющееся оборудование с площадки нашей поликлиники ЦРБ и переехать в эти новые комфортные условия, распахнуть свои двери для жителей Старого Оскола и Староскольского округа. Евгений Савченко пообщался с медперсоналом поликлиники. Высоко оценил качество ремонта. Глава региона остался доволен темпами модернизации системы здравоохранения Староскольского городского округа. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.